Да что ты кричишь-то? Уже. Да давно уже все фиксируется, что ты переживаешь? Только осторожнее, не трясите лодку, потому что иначе фиксация может закончиться очень плохо. Давай. Вот он, красавчик. Красавчик. С почином. Антош, повернись, пожалуйста. Антош, сделай счастливое лицо. Ребята, Барсик жив. Мы провели очень серьезную операцию. Аккуратно держи. Антош, скажи, пожалуйста, пару слов. Дорогие друзья, птичка успешно спасена. Рич, Рафаэль, тоже тихо, не кусайся. Она меня обосрала. К деньгам. К деньгам. Отпускай. Улетела. Пока, птичка. Пока. Сезон. Как тебе это?
мотоцикл. Ну, блин, ты его в воду не опустишь, вот в чем фишка. Его надо вот так резко. Потому что его, видишь, выдувает. Друзья, вот и состоялся первый мой выезд на Волгу. Конечно, места здесь красивые, интересные. Рыба довольно-таки трудовая, потому что никогда на такой большой воде я не ловил. Надо ориентироваться на местности, управляться с лодкой, с эхолотом, тут же не забывать ловить рыбу. Ну, в общем, классно, прикольно. Свою рыбу мы поймали, пусть немного, не крупную, не трофейную. Ну, отдохнули классно. Турбаза тоже мне понравилась. Отлично, вполне все демократично. Уютно, по-домашнему. Ну, я считаю, тоже выезд вполне удался. Вот, потому что рыбу поймали, пусть и немного, но достаточно эмоций зашкаливали, когда она была на крючке. Вот. Не все получалось, конечно, есть над чем работать, самое главное. В силу определенных обстоятельств нам придется уехать раньше, чем мы рассчитывали, но жизнь такова, какова она есть. Но все равно все было хорошо. Самое главное, это хорошая компания и как можно чаще. Вот и все. Ха! Приезжайте к нам на Волгу.